Весна – время преображения. Вместе с природой расцветают и женщины. Раскрыть их красоту во многом помогает благотворительный фонд Ани Чижовой. Вместе со специалистами бьюти-индустрии он реализует проект «Преображение». Его участницы – мамы неизлечимо больных детей. На один день отвлечься от хлопот и проблем, окунуться в атмосферу красоты и праздника. Они редко могут себе это позволить, но сейчас как раз пришло время. Помогает им в этом целая команда профессионалов – стилисты, визажисты, парикмахеры, мастера маникюра. Очень редко, когда мы уделяем время себе, а здесь удалось почувствовать себя еще более красивой, эмоциональной. В общем, супер, что есть такой проект. Я очень благодарна всем специалистам, которые трудились над нами. Бьюти-день для мам особенных детей прошел очень результативно. Женщины не только расслабились, но и получили заряд энергии. Анастасия Щеглова призналась, что в зеркало смотрится нечасто, но сейчас сама себе нравится. Благодаря команде суперспециалистов, которые создали новый образ, нового меня. И глядя на себя в зеркало, я не могу налюбоваться. Стойкости этих женщин можно только позавидовать. Они помогают своим детям жить. А день, потраченный на маленькие радости, только придаст им дополнительные силы.